Привет, ребята! Вы на канале It's My Life, и сегодня я вам хочу показать свой маленький садик-огородик. Вот, как вы знаете, мы живем в Калифорнии, здесь все время достаточно тепло, а порой даже очень жарко. И, в общем, растет очень много всяких интересных экзотических, ну, экзотических для Беларуси, для России растений. Вот, значит, я случайно узнал, что можно вырастить самому ананасы, авокадо. Это очень мне показалось забавным. Вот, ананас можно выращивать из той зеленой шишки, которая растет прямо из ананаса, как вы, когда его покупаете в магазине, увидите, такие листья из него выходят. Вот, а авокадо можно выращивать из косточки, просто посадив ее в землю. Ну, в общем, я попробовал это, и что получилось? Мы уже вырастили 4 ананаса. Первые 2 были побольше, вторые 2 выросли немножко поменьше, к сожалению. Вот. Я думаю, что если посадить их... Сейчас отъедет эта супергонка, которая тарахтит и мешает нам вести разговор. Ну, в общем... Супер музыкальный автомобиль, он включил музыку на всю катушку и поехал. А вот там, отвлекся, стоит очень классный джипик нашего соседа. Ну как нашего, он живет напротив. Вот он такой достаточно прокачанный, достаточно старенький и достаточно просто интересный. Ладно, разговор не об этом. Вот, так вот, мы вырастили 4 ананаса. Небольшие, но зато прикольно они выросли на своем огородике, на своем балкончике. Вот, а с авокадо что-то пока не получается. Они растут и немного пропадают, скажем так. Буду пытаться купить им какие-то, не знаю, удобрения, может, подкормку какую-то. Вот. А под ананасы буду покупать большие горшки, чтобы пересадить их. И я думаю, что они будут расти тогда большими. Мне кажется, просто им не хватает земли. Так вот, давайте посмотрим поближе. Вот, значит, вот есть такой вот ананас. Видите, как он растет? Таким кустом. И вот я вам хочу показать вот эти вот старые листья. Это листья желтые от первой шишки. И вот, видите, вот эта вот свежая зеленая пошла из нее расти. Значит, как было? Мы купили ананас, взяли его макушку. Сначала поставили в воду, она постояла в воде где-то недельки две, пустила корешки, и мы ее пересадили вот сюда в горшок. И вот, значит, из нее, на ней вырос, на этих листьях вырос ананас, вот такой вот, только побольше. Вот, он, значит, вырос, мы его срезали, он был очень вкусный, потому что свой, как говорится. Вот, а шишку эту оставили. И она начала потихоньку сохнуть, а из нее начал расти новый побег. И вот этот побег вырос вот в такой вот большой, стройный, красивый. И я уверен, что на нем тоже будет скоро ананас. Ну, как скоро? Вырастет. Вот. Вот это вот, такое вот зелененькое деревце, это выросло из косточки авокадо. Вот их здесь у меня везде очень много. Вот, это все посаженные косточки авокадо. Вот, и здесь вот рядом с ананасом тоже, вы видите, оно такое растет. Ну, вот этот ананас, мы его сегодня срежем, он полностью желтый, полностью готовый. А вот эту шишку его зеленую мы посадим в другой горшок. И из нее тоже вырастет ананасик. Единственное, что, конечно, как по селекции картошки, когда садишь маленькую, вырастает меньше. Не знаю, может быть, тоже вырастет из этой шишки еще меньше ананас. Ну... Ничто не мешает пойти купить в магазине большой. И когда у меня будет большой горшок, когда я куплю большие горшки, я посажу новые шишки, большие горшки с большой землей, и, возможно, из них что-то вырастет. Ну, вот здесь у меня вот целые дебри этих авокадо. Возможно, их тоже надо рассаживать в большие горшки. Видите, вот есть деревья уже такие с достаточно крепкими стеблями. Вот, ну...
может быть, с них что-то вырастет. Вот там у нас барбекюшница небольшая стоит. Мы делаем барбекю прямо на балконе иногда. Вот. В этом вазончике прямо три ананаса. Ну, видимо, им мало места. Они вот растут, уже растут. Их садили приблизительно в одно время с тем, который отплодоносил, и которые сейчас плодоносят, даже садились после них. Но, тем не менее, они просто зелененькие и плодов не дают. Вот. Возможно, им мало места. В общем, все хочет жить в большой просторной квартире. Надо все пересаживать. Вот. А вот эта авокадо у меня очень интересная. Я надеюсь, видите, у него такой толстый стебель уже, ствол, потому что авокадо — это дерево. Вот, и я надеюсь, из него что-то вырастет. Вот, там тоже под ними ананас. Вот, ну я все натыкал в небольшие горшочки, просто интересно. Ну вот, будем смотреть, будем рассаживать. Во всяком случае, первые плоды у нас уже есть. Вот, что тут у меня? Здесь вот такой вот прижился цветочек. Это вот из этого горшка. Он отвалился, я его пересадил, и он растет, не сохнет. Это дерево нам досталось по наследству от соседей. Когда соседка вот с того апартмента переезжала, она нам отдала это дерево. Такое достаточно большое. А на нем висят кормушки, это дети делали в школе. Но, к сожалению, в эти кормушки птички почему-то не прилетают. Вот. У нас очень много колибри, но для них надо другие кормушки, для них надо вешать поилочки с нектаром. Вот. Ну и что, значит, с этой стороны у нас растет юка. Вот такая красавица. Вот это тоже соседка нам отдала. Вот. Ну а здесь немножко такие пропащие почему-то авокадо. Надо их, наверное, удалять и садить новые. Ну и вот еще один ананасик. Он уже тоже созрел. И видите, он уже прямо сломался. Так что мы его сегодня с тем братиком снимем. Вот, и расскажем, как это было вкусно. Вот, и вот еще один тоже ананас с юкой, хотел сказать, с этим, с авокадо. Вот. Это дети вот эти вот цветочки в школе выращивали. Вот. А вот такие шишки у нас на соснах большие, огромные. Вот, здоровые. Мне не очень нравится, их приношу периодически, там они тут стоят. Иногда белка ходит, таскает их здесь. Вот. Ну вот такие дела, ребята. Вот такой у нас огородик. Это было наше маленькое видео про наши домашние ананасы. Когда вырастим дерево авокадо и будут свои плоды, обязательно вам похвастаемся. Ну и когда новые ананасы будут расти, тоже будем показывать. Вот, в принципе, авокадо вы можете посадить тоже у себя дома. Это не ананас, оно не требует такого, скажем, тепла. Ну, как я читал в интернете, его можно дома растить в Беларуси. Вот, и ананас тоже можете попробовать растить. Он не будет плодоносить наверняка, потому что ему не хватит тепла. Но вы можете получить вот такое вот интересное растение с яркими зелеными листьями. Оно будет расти, ну, как куст, то есть до колена, может быть, выше, вот. А из авокадо можете растить вот такие деревца, если получится. Пробуйте, пишите комментарии. Значит, авокадо, я когда читал, авокадо рекомендуют тоже типа ложить на специальных распорочках в воду, чтобы оно корешки пустило, чтобы лопнула косточка. Я пробовал, но ничего хорошего из этого не вышло. Почему-то не дождался я этих корешков. И, в общем, я их просто садил в землю косточки. Вот. Они требуют обильного полива. Авокадо любит воду. А ананасы, да, мы проращивали в баночке. Из этой шишки сверху очень быстро прорастают. Ну, из шишки, которая растет на ананасе наверху, вы ее... Кстати, ее надо не просто отрезать, ее надо открутить. Ее откручиваете... Блин, вот не помню, по часовой стрелке или против. Ну, попробуйте. А я, может, потом в комментариях допишу под видео. Спрошу у жены, как она делала это. Да, спрошу и допишу в комментариях. Вот, просто откручиваете, ставите в воду, она пускает корешки, они такие лохматенькие, как борода. Это прикольно очень, и вы сразу поймете и увидите. И все, и потом в землю, и поливаем. Вот такое коротенькое видео про наш сад-огород. Подписывайтесь, ставьте комментарии, спасибо за просмотр. Вы были на канале It's My Life,
Bye-bye. It's my life, my world. It's my life, it's my life.